Друзья мои, вижу, ребята, собрались. Рустам, Рустам, у нас вопрос. У всех болельщиков вопрос. Почему ты не успел на грим на свою категорию? На какую? На категорию не успел. Какой, на эту? На свою. Ты какую готовился? Я на свою вышел, а вот с ангелочками, видел категорию? А, я был. Подожди, белые кудряшки, это ты? Я. Да? Да. А это не моя категория. Понял, отличный костюм. Спасибо большое. Ты собираешься набирать, переходить в другую категорию, выше? А, я собираюсь переходить в категорию... Внимание, судьи, внимание. Ну как объяснить вам? Ну, турник брусья. Турник брусья. А это не опасно вообще заниматься этим? Умеренно. Умеренно, аккуратно с питанием, естественно. А вот печень, почки, импотенция. Вот смотри, печень, когда не стоит, нужно уже на турник тогда идти. Только после этого. Вот. Так, в принципе, нормально. Нормально. На печень не влияет. Брусья на рельеф, турник на массу. А как накачать ноги на брусьях? Ноги на брусьях? А зачем ноги? Ну как, как ходить? Все ходят же обычно. Зачем ноги качать? Ну нужно, чтобы ноги были большие, накачанные. Не, ноги вообще не надо качать. Никогда. Никогда? Нет. То есть это красивые пропорции, да? Конечно. Спасибо. Ну конечно. Хорошо. А зачем? А скоро будет отдельная номинация, которую Рустам будет популяризировать. Да. Это будет какой-то специальный бодибилдинг без ног. Как бодибилдинг без ног? С ногами только. Очень маленькими. Базовые ноги, так скажем. Базовые ноги. Ноги по умолчанию. Ноги классик. Ладно, а если без шуток? Как тебе? Ты уже был раньше на турнирах по бодибилдингу? Честно сказать, первый раз сейчас. Кирилл меня пригласил, Сарычев говорит, давай съездим. Я говорю, ну давай посмотрим. Че, инстаграма нету, блядь, скучно, делать нечего. Давай посмотрим. Вот. Интересно. И на самом деле... это не связано с тем, что я начал качаться, но мне больше нравится на пацанов смотреть сейчас, чем на девчонок. Правда. Ну, а я по тебе первый раз все заметил. Чутки. Интересно. Мясные ребята прям. Хорошо. Приятно смотреть. Ну, это уже финалы. Это самые сильные ребят с категории, правда. И интересно, и быстро, самые лучшие. Круто. Но с двоечки каждый нахуй ляжет из них. Ты легко вырубил бы? Каждый из них ляжет с двоечки, я уверен. Все, отлично. Сейчас будет нас... Любой человек, не переключайтесь. Любой человек, кто более-менее, там, знаешь, на пиве, там, турник, лавочка. Любой... Вырубит с двойки. Абсолютно. Сейчас ставим паузу, лайк. Мы идем в гримерку. И сейчас Рустам это скажет в гримерке. Там как пацаны разминаются. Пойдем. Сейчас будет нормальный контент. Что? Все. Вырубать. Я им всем скину. Свой видос как бы. Они, блядь, на безуглеводке все равно ничего не сделают. Но они сейчас загрузились, понятно, сейчас сил у них дохуя. Просто съезжать начинает. Нужно на подготовке. Подожди, на них... думаешь, очкарика бить не будут? Нет, нужно на них выебаться на подготовке, вот за два дня, когда на безуглеводке, чтобы они хуй что сделали. Вот тогда. Я понял. Друзья мои, турнир NBC, Москва, действительно красиво, много, людно. Тут люди кричат кричалки и частушки. Не знаю зачем, если честно. Они, наверное, они не знают, что на сцене никто их не слышит вообще. Ни один человек. Потому что люди право-лево путают, когда там слышат группу поддержки. Но может быть людям нравится. Друзья мои, приходите на турниры по бодибилдингу. Смотрите, болейте, занимайтесь спортом. Участвуйте в соревнованиях, которые вам нравятся. И кушайте только Genetic Lab. Ну вот сейчас да. Вот сейчас да. Вот так вот. Правильно.